Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу поделиться с вами, как сделать вот такую елочную игрушку из лент своими руками. В этом году я запланировала украсить свою елочку игрушками, сделанными своими руками. В прошлом видео мы с вами делали снежинку, а в этом видео мы сделаем с вами вот такие шарики. Их у меня будет 10. Этот у меня был первый. Я попробовала, мне понравилась такая идея. Я захотела поделиться ею с вами. Диаметр такого шарика получается 9,5 сантиметра. Ну что ж, если вас заинтересовало, оставайтесь со мной. Для начала сделаем лепесточек для нашего шара. Для этого нам понадобится атласная лента и парча. Атласная лента нам понадобится шириной 5 см и длиной 10 см. Парча шириной 4 см, длиной 8 см. Для этого обязательно обрабатываем края . Складываем отрезочек пополам. Края опускаем к центру и фиксируем зажигалкой. Атласную ленточку делаем то же самое. Складываем теперь пополам. Опускаем уголочки вниз к центру. Фиксируем зажигалкой. Поворачиваем на другую сторону. И теперь краешки прижимаем к центру и фиксируем зажигалочкой оба края. Теперь берем лента парча, вот где мы складывали, поворачиваем его вниз. Прикладываем наш отрезочек ровно по центру. Придерживая пинцетиком, складываем два отрезочка пополам. Хвостики наши опускаем вдоль по краешку нашей ленты. Запаиваем края. Теперь отступаем от середины нашего лепестка немножечко в сторону, делаем срез до уголочка парчи, запаиваем до середины среза . Соединяем края. Оставшийся срез просто обрабатываем зажигалкой. Вот такой лепесточек у нас должен получиться. Всего на один наш шар понадобится 22 таких лепестка. Нам понадобится 11 таких лепестков. Берем лепесток, наносим клей на край лепестка и склеиваем вот таким вот образом все наши 11 лепестков.
Вот такая у нас получается заготовочка. Нам для одного шарика понадобится две таких заготовки. Теперь прикрепим к нашему шару ленточку. 1 сантиметр здесь у меня ширина, для того чтобы можно было вешать к елочке. Закрепляем и возьмем небольшой отрезочек фетра. Здесь неважно какой, для того чтобы мы зафиксировали нашу ленточку, а также так, чтобы наши лепесточки надежно закрепились между собой. С другой заготовкой мы тоже поступим точно так же. Закрепим фетровым небольшим отрезочком. Теперь наносим на низ лепестка клей. И по очереди начинаем как бы вклеивать лепестки двух слоев. Таким вот образом собираем шар, приклеивая лепестки двух заготовочек между собой. Такой шар у меня получился. Продолжаем его украшать. Сделаем теперь бантики. Для этого нам понадобится парча шириной 2,5 сантиметра и длиной 18 сантиметров. Я взяла репсовую ленточку с перфорацией, здесь она у меня шириной 2 сантиметра и длиной 16 сантиметров. Нам понадобится по 2 отрезка. Также 2 отрезка нам атласной ленты я взяла с атласным с люрексовым краем шириной 1 сантиметр и длиной 25 сантиметров. Сделаем из этих отрезочков 2 бантика.